может проехать только сотрудники скорая, ну то есть медпомощь и те, кто поставляет продукты первой необходимости. Остальные, как бы, никто, нет у них возможности. Я не верю вообще. В это я не верю. Да. Хотя бы симптомы должны же быть. Ничего нет, я не верю. Вокруг населенного пункта мы вырыли ров, потому что у нас 10 проселочных дорог, примерно 10 проселочных дорог. И в населенный пункт пытаются заехать туристы, приезжие, чтобы попасть на Иркутск.